Привет, привет. У нас Илона очень любит проводить время с Апиком, да, Илон? Да. У Апика новая игрушка. Покажи, какая у него. Апик! Апик! У него мышка, да. Он уже скрыт, эту мысль. Апося, апосечка. О, внутри еще есть мышка. Покажи Апика. Он сегодня где у нас гулял, не гулял? Да, утром гулял, прибежал. Такой мокренький дождь пошел, он скорее домой. Глаз оторвались. Глаз. Апка. Глазы как? Ну давай, пусть он полает. О, позже он спать, что ли, хочет? Покушал. Да, своего любимого кормика. Апочка. Он, по-моему, хочет бежать на кроватку спать. Он любит спать у Илона на кровати. Сейчас спать, наверное. Перекусит немножечко. Он сразу играет. Перекусит немножечко сухого корма своего, пойдет спать. Или гулять. Дождик закончился у нас. Там у нас рыбки в аквариуме живут. Здесь опосик. Габа где-то спит. Он всех поймал теперь. Ладно. Сейчас отпустим Апика спать. Что-то он недоволен, по-моему, да, Апик? Любишь свою новую игрушечку? Апик-каратист. И задними лапами ее и грызет. Вот радость коту. Вот радость коту. Лапки. Лапки розовые у него. Апик. Хвостик свой спрячем. Вот балдежник. То в кровати с Илоной, то в кресле, да? Живут жизнь хороша у меня. Он вот так кротом. Он что-то... Наш рыжий мальчик. Ой, так, по-моему, меня уже схватил. Маленький рыжий бандит. Смотри, он тебя уже укусил. Ну, конечно, он царапается. Мне не больно. Ну, ладно, давай, все, неси его на кроватку спать. Крыса. Крыску свою. Крыску свою дерет. Не, смотри, большая крыса рыбит маленькую крысу. Нравится ему игрушечка. Так, по-моему, уже твой рукав схватил. Сейчас дырку сделал, да? Ну, вот этот, который у нас наступил, мы купили вот такой вот календарик с котятами. Илона выбрала такой, она любит котиков. Вот на каждый месяц вот такие вот картинки, фотографии котят. Октябрь, декабрь, да. Так вот он выглядит. Угу. Сейчас у нас вот январь. Вот такой вот милый котенок здесь. Здесь очень удобно получается так вот столбиками вниз. Суббота, воскресенье зеленым выделено, остальные будние дни темным. Тут у меня отмечено уже дантист, у меня тут был 12-го, да. Ну и вот такой календарик. Отойди, Артурик, пожалуйста. Здесь праздники тоже выделены английские. Ну вот, к примеру, New Year's Day. Ну, день Нового года. Ну, тут и не только английский, вот Holiday USA, когда в Америке, значит, выходной. Американский, английский, Новая Зеландия отмечена. Ну вот. Февраль, 28 дней. Так вот, милый котенок. Котенок. Вот мой день рождения. Да, вот Илонин 1 февраля. Ой, 1 февраля, 1 апреля. Совсем мама заговаривается. 1 апреля день рождения. Это будет четверг. А 2 апреля Good Friday. Это Великая Пятница. 4 воскресенье. 4 апреля Easter Sunday. Пасха католическая. Thursday of Ramadan. 13 апреля. Первый день Рамадана наступит. Значит, деньги, которые мы заплатили за этот календарик, идут в поддержку вот этого организации RSPCA. Организация по защите прав животных. Вот, если животное, допустим, в какой-то семье плохо относится к нему, не кормят, там избивают, эта организация забирает животное из семьи. Вот. Ну да, вот здесь и написано, что The RSPCA помогает животным в Англии и Уэльсе. Это зарегистрированная charity, это как благотворительная организация.
И вот от продажи этого календаря как минимум они получат 4000 фунтов. Так что купили календарик, еще и помогли, от этих Артурик, еще и помогли животным. Всем пока-пока!